Казанский «Рубин» вновь не смог провести товарищеский матч на предсезонном сборе. На этот раз болгарский клуб «Лудогорец» по техническим причинам не явился на игру. Вместо спарринга казанцы провели двустороннюю тренировку. Отметим, что ранее по техническим причинам сорвалась встреча с Луцкой Волынью. Бафети Гомес – новая трансферная цель «Рубина». По сообщениям французской прессы, возможная сумма перехода футболиста – 10 миллионов евро. Молодые челнинские и казанские футболисты успешно выступили на Кубке РФС зоны Поволжья. КамАЗ-98 и Рубин-98 попали в тройку лучших и примут участие в финальном этапе турнира, который пройдет этой осенью в Сочи. Директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Рафик Якубов заявил, что в новом сезоне КХЛ акцент в команде будет делаться на молодых воспитанниках. В подтверждение этих слов был подписан контракт с нижнекамцем Андреем Плехановым. Прошедший сезон игрок выступал за команду «Айдахо» в полупрофессиональной хоккейной лиге Америки. Казанский «Уникс» попал в первую корзину квалификационного раунда Евролиги. Подопечные Аца Петровича сыграют или с немецким «Ульмом», или с болгарским «Лукойлом». Евгений Евневич, «Вести Татарстан».